Мы молились за спасение тех, кто остался в живых, но был заживо погребен под обломками разрушенных землетрясением домов. «158 часов провел под завалами трехлетний малыш. Чтобы не напугать ребенка, таджикские спасатели выключили оборудование и ползком добрались до него. Ребенок спасен. 6 суток провела в страхе 13-летняя девочка, ожидая спасения, и оно пришло. Спустя 182 часа после землетрясения был спасен 12-летний мальчик. 2 человек провели долгих 198 часов под завалом в турецком Кахраман-Машаре. Они спасены. Там же была спасена женщина спустя 205 часов после трагедии. Невероятно, но в том же разрушенном городе была спасена еще одна женщина. Она провела под завалами 222 часа.